я на выходных буду спать? Я весь день буду спать на выходных. Да какого хрена? Смотрите, я нас всех нарисовала. Какая ты молодец. Очень красиво. А что это за палки у меня в руках? Это не палки. В одной руке у тебя пульт от телевизора, а в другой пиво. А что, похоже. А что у меня рот открыт? А это ты орешь на нас, чтобы мы не орали. А что, похоже. Тихо там. Точно, это ты уже фантазируешь. А что это у матери в руках? Это борщ, значит, скоро будем обедать. Кстати, когда жрать-то будем? Да погоди ты, а что это за монстр слева? Это не монстр, это бабушка. Ну бабушка прям один в один. Да, один в один? Тогда, доченька, у тебя очень похоже получился папа. Особенно пузо. Это все от твоего пива. Это не от пива, а для пива. Ну-ка, дай я посмотрю. А что это за красное пятно? Это ты. Фу, я что, такая жирная? И что это у меня в руке? Это телефон, ты же всегда с ним. Тогда надо был 10-й айфон рисовать. Все, давай, дерисуй заново. Только чтоб я красивая была. И с 10-м айфоном. А мне тогда пивка побольше нарисуй. Отец. А что, сегодня суббота. Имею право. Дочь, что? Да я не тебе. Свет. А? Да я не тебе, отец. Что? Да я не тебя зову. Мать, что ты меня зовешь? Да я Свету зову. А я тут при чем? Ни при чем. Света. Мам, что? А что тебе от Светы надо? Да неважно. Свет. Да чего? Да не ты. Свет. Мать. Чего? Когда жрать будем? Скоро. Света. Света. Да что вы разорались? Что? Что вы орете? Да я Свету зову. Да в комнате она сидит. Что? Я говорю, мелкая в комнате сидит. Я здесь. Что, мам? Так мне старшая нужна. А что тебе от нее надо-то? Да какая разница? Да просто ее дома нет. А чё ж ты раньше не сказал? Да я слышу, ты чё-то орёшь. А чё орёшь? Не слышу. Что? Не слышу. Это я не слышу. Да нас уже весь дом слышит. Мать, ну чё, можешь Свете позвонить? Да не надо уже. Бабы. Ты накрасилась. И что, все? Посмотри, ты же как моль. Бровей совсем не видно. Ну, можно немножко брови поярче. Я не хочу слышать слово «немножко». Твою мать, я похожа на своего деда. Нужно просто поярче накрасить глаза. Ну, ладно. Че ты как мямля? Херач! Крась как в последний раз! Блин, это что-то перебор. То, что нужно. Теперь добавь стрелки. Блин, они никогда нормально у меня не получались. В этот раз обязательно получится. Нормас, надо просто ресницы наклеить. Какие нахер ресницы? Детка, ты будешь королевой. Королевой трансвеститов? Ладно, хрен с тобой, крась губы. Красным. Не буду. Крась, тебе уже нечего терять. Ну все, моя работа сделана. Пока. Я похожа на проститутку, которая дает только клоунам. Мам, я пошла гулять. Гулять? Вот ей лишь бы гулять. Нет бы матери помочь. Но ты же не говорила, что тебе нужна помощь. А самой догадаться никак? Все, я должна говорить. Хорошо, давай я тебе помогу. Да спасибо, не нужна мне такая помощь. Ну ладно, мам, правда, давай помогу. Не надо, ты гулять хотела? Вот иди гуляй. Света, чего там мама кричит? Да я вообще не поняла, что сейчас было. О, сидят, как обычно. А что нам надо делать? А ничего, развели в комнате бардак. Сидите, сидите, мама все уберет. Мать, ты че расшумелась? Смотрите, кто пожаловал. Тебе чего? Да я хотела узнать, когда обед. Конечно, как будто тебя еще что-то интересовать может. Когда будет, тогда и будет. А тебе бы вообще поменьше жрать надо. Вон пузо отрастил. Еще вопросы есть? Не-не, никаких вопросов. И на том спасибо. Пап, а что это было? Это называется... Не, тебе еще рано такие слова знать. А делать-то что? Затаиться и надеяться на лучшее. Довели вы, мать, девки. Мы? Ну не я же. Делаешь? Так, иди отсюда. Я хочу просто почитать книгу. А парень твой где? С другом после работы решили в бар зайти. С другом? Да. А может там какая-нибудь подруга? Сказал с другом, значит с другом. А почему он тебя не позвал? Ну у него там рядом этот бар, а мне ехать надо. То есть он знал, что тебе далеко ехать и специально пошел в этот бар? И давно он тебе писал? Где-то час назад. То есть сидит там, развлекается неизвестно с кем, а о тебе даже не вспоминает. Напиши ему. Да чтоб тебя... Написала. Ответил? Да я же только что отправила. И чем же он таким занят, что не может сразу ответить? Не знаю. Чё, шлюх вокруг мало? Пришел он такой красивенький в рубашечке, которую ты гладила. И все шалавы на него раз и набросились. И чё делать? Пиши. Все с тобой понятно, вот и сиди со своими шлюхами. Чё-то жестко. Да, я сама. И хорошо тебе провести время, козлина. Все, отправила. Пока! Ну и чё, я же могу это все просто удалить. Но осадочек-то у тебя остался? Сука!
сука. Мам, а как вы с папой познакомились? Ой, мы тогда в институте учились. Он был спортсмен, но худой, как велосипед. На гитаре играл. И все наши девчонки на него засматривались. Мам, ты точно про папу рассказываешь? Да. Так вот, все девчонки за ним бегали, но он ни на кого внимания не обращал. Только на меня все посматривал. И однажды решился. Просто взял и пришел к нам в комнату в общаге. Нашел там какой-то повод, я уже не помню. Так и познакомились. И что потом? Ухаживал он за мной красиво, цветы приносил. Всю клумбу возле института оборвал. Ну да, он и сейчас так делает. Что? Ничего. Помню, день рождения у него был, и я достала билеты на футбол. А он его, оказывается, терпеть не мог. Тогда... Зачем я это сделала? Папа, как вы с мамой познакомились? Иду я как-то по общаге и чую, голубцами пахнет. Ну, зашел, а там мамка. И все? А что еще надо? Это ж голубцы. Мать, когда жрать будем? Так, все, пора спать. Че, спать собралась? Твою мать. Я думаю, сейчас самое время вспомнить все постыдные моменты из твоей жизни. Ну не надо. А помнишь, как тебя в третьем классе к доске вызвали, ты споткнулась и упала? Блин, я и забыла про это. Весь класс ржал. Это было обидно. А еще, когда тебе нахамила продавщица, нужно было не смолчать, как терпила, а ответить ей что-нибудь жесткое. Я не терпила. Ну выглядело так. Давай придумаем, что ей надо было ответить. Типа, че, мужика давно не было? Или хреново, наверное, в 40 лет на кассе сидеть. Блин, нахрена я вообще об этом думаю. Все, спать. А сколько времени? 1:36. Если уснешь прямо сейчас, ты проспишь 6:24. Значит, надо спать. Слушай, а ты умеешь языком до носа доставать? Нет. Ну попробуй. Давай, давай, еще чуть-чуть. Нет, все, я спать. Пойдем пожрем. Ура, бабушка! Здравствуй, солнышко. Привет, бабуль. Свет, ну гляжу я на тебя, прям невеста. Здрасте, Людмила Степановна. Ну, здравствуй, зятек. Как здоровится? Не дождешься. Ну, чего вы начинаете? Давайте лучше чай пить. Да, я ж пирогов вам привезла. Ура, пирожки! Пап, а ты чего не садишься? А не надо ему пирогов, вон уже какое пузо отъел. Мам, а как вообще дела? Ну, как дела? Соседка вон моя в больницу загремела. Это которая старая Грымза? Дочь, ты что такое говоришь? Ну, папа ее так всегда называет. Но раз Грымза, то наливочку клюквенную я от нее передавать не буду. Это удар ниже пояса. Конечно, тебе лишь бы выпить. Алкаш. Мам, ну зачем ты? Да я пошу как проклятый, не имею права махануть. Зачем ты вообще за него вышла? Это мое личное дело. Хватит! Вы же меня учите, что самое главное — это семья. Так что перестаньте орать и будьте семьей. Зятек, возьми пирожок. Спасибо, Людмила Степановна. Подлить еще чаю? А может, по наливочке? Ну, если только чуток. Взрослые. Их еще воспитывать и воспитывать. Так, ну все, собралась. Ты что, в этом пойдешь? Ну да. Ты видела, какая у тебя гигантская жопа в этих джинсах? Нормальная жопа. Не-не, этот кардан надо прикрывать. Так лучше? Теперь ты как училка выглядишь. Не, давай другое. Может, платье? Да, и обязательно каблуки. Какие каблуки? Мне весь день по городу мотаться. Ну ты посмотри, какие они красивые. Я только надела, они уже натирают. Пластырь налепила и пошла. Ты же богиня. Прям богиня? Но не в этом платье. У тебя что, ноги кривые? Давай штаны какие-нибудь. А это у нас что? О, это же штаны, которые ты носила 5 лет назад. Да я в них уже не влезу. Да влезешь. Я в них дышать не могу. Фига ты, конечно, разжирела. Самое время порыдать по этому поводу. Я жирная! А давай вообще сегодня никуда не пойдем. Ты че, у меня дел куча. Ну а че ты тогда стоишь? Одевайся. Вот так пойду. Опять какая-то херня. Так сверху куртка. Какая куртка? Лето на улице. Там холодно и дождь. Это сейчас, а потом обязательно будет жара, и ты весь день будешь таскать куртку в руках. Все, я не знаю, что мне надевать. А это че? Это я надела с самого начала. Ну и нормально было. Че ты переодеваться начала?